Всем привет, вы на канале Шинка, и мы продолжаем играть в Готику 3. Сейчас мы с вами пойдем и зачистим местность, побережье. Здесь много шныгов обитает, ну и там еще под Кабдуном есть пещера. Не знаю, сможем ли мы ее зачистить, но, по крайней мере, попробуем. Еще бы нам не мешало найти где-то возможность сварить еду, так как зелий у нас не так много. Так, и вон там остров еще есть. Насколько я знаю, на том острове пираты. А вон там, по-моему, будут орки. Какой-то лагерь орков, там я не помню какой. Ну, в общем, орков, которых можно уничтожить. Такие воинственные орки. Получай. Так, и пойдем дальше уничтожать шныгов. Ну, а после этого можно пойти в Кабдун и сразиться немного на арене. Все мимо. Так, 100 очей опыта, отлично. Продолжаем зачистку побережья. Так, шнык, иди сюда. Так, продолжаем. Хочу обратить внимание, я еще поставил файл настроек, который шел в комплекте вместе со сборкой данной, которую я устанавливал. И немного уменьшились фризы, а также количество опыта
дается 100%. Не так, как у меня было 80%, а 100%. И вроде бы как улучшилась немного графика, мне так кажется, может быть. Так, и вот здесь вот у нас пещера. Так, сразу три шныга. Убегаем. Плохо натянул тетиву и стрела не долетела. Необходимо. Промахнулся. Отлично. Со шныгами покончено. Теперь попробуем прорваться в пещеру. С боем, естественно. Ну и еще переплыв через вот этот залив, мы попадем в пустыню. Так, здесь нас встречает шайка гоблинов. Готово. Насколько я помню, в этой пещере еще есть драконы. Так, ржавый меч. Так, этот гоблин побогаче уже. Так, стоять. Немного протормозили. Выпьем зелье. Так, кто у нас тут еще? Еще гоблины. Грязная тварь.
Стрела, подбираем. Так, еще одна грязная тварь застряла. Все, я надеюсь, все. Сундучок. Так, здесь у нас ржавый меч, ржавый топор, лечебный корень, дубина, стрелы, которые мы поразбрасывали. И сундук. Так, волна холода. Так, связка оружия. Так, ну а там, насколько я помню, сидят огры. Уходим. Так, отлично. С одним ползуном разделались. Но там еще есть ползуны. Так, здесь у нас грибы. Какой хитрый ползун. Отлично, 200 очей опыта. Так, ну, можем попробовать сходить в пещеру. Давайте сохранимся. И попробуем в это ответвление, там, где находились ползуны.
Так. Факел. Здесь у нас грибы, пища рудокопа, кусок серы и железный сундук. Которые мы пока вскрыть не сможем. А там у нас огры. Так, никто там не преследует нас. Драконий корень. Это что, властоцвет? А вон и драконы. Так. С драконами мы вряд ли справимся. Поэтому берем свиток заклинания. Летим, к примеру, в Кабдун. Телепортируемся. Заночуем где-то. К примеру, у алхимика. Давайте сохранимся. Вдруг они сейчас нас атаковать начнут, если мы у них спать ляжем. Они же все-таки еще не наши друзья. Так, и вот плита у нас, да? Можно что-то на плите приготовить? Ничего нельзя. И здесь тоже ничего нельзя. Так. Алхимик очень доволен тобой. Неплохо. Так. Нет, не знаю. Может, 5 очей репутации не хватает. Ну что ж. Давайте сдадим орку. Так, а кто там у нас? Так. Походу мы не того сдали. Или того. Так, ну у нас какой-то квест провален получился. Давайте перезагрузимся. Мы провалили какой-то квест из-за того, что сдали этого чувака. Поэтому, чтобы у нас все было нормально и все квесты были завершены, давайте переиграем. Сейчас переночуем и пойдем сражаться на арену.
тем самым поднимем репутацию у Кабдуни. И у нас появится возможность поговорить с паладином, который у них в заключении находится. Ну и также мы можем попасть к вожаку орков, которые находятся в Кабдуне. Он нам даст задание на уничтожение лагеря повстанцев в Редаке. Здесь у нас уже будет предстоять выбор. Либо зачистить Кабдун, либо зачистить повстанцев. Ну и здесь по большому счету уже все практически задания выполнены в этой части Миртаны. И мы можем смело отправляться в другие города. И там уже получать новые задания. Так, ну что ж. Попробуем несколько раз сразиться на арене. Там еще, по-моему, если не ошибаюсь, нам надо будет с орком сразиться на арене также. Ну давай. Ты здесь? Что? Я хочу драться. Пробил щит, мой скотина. Не получилось. Так, значит, нам необходимо повысить навык владения оружием. И после этого уже сражаться, выходить на арену. Тут противники более сильнее, чем в Редаке. Соответственно, победить их тяжелее. Сейчас посмотрим, какое там нам, какое у нас оружие имеется. По-моему, там благородный меч и... До того уровня поднимем свой навык. Или же повышать навык владения посохом. Что, скорее всего, будет разумнее, чем навык мечом. Ну, на арену мы всегда можем вернуться, всегда посражаться на арене. А сейчас можно отправиться... Ну, по большому счету, здесь есть еще что делать. Здесь пещеры не зачищены. Орков много, которых тоже можно поубивать. Так. Тогда делаем следующим образом. Ночуем до утра. Так, готово. Теперь идем к статуе Белиара. И попробуем поднять. Так, где она? Вот здесь.
выучить какой-то свиток заклинания, вернее, руну там или что у нас. Так, особым знанием древней магии. Даруй мне власть. Ужас, яд, разряд молнии. Слабость, туман. Разряд молнии 5 очей обучения. Так, а особым знанием древних. Призвать демона, жажда крови, забвение, призвать скелета, путешествие души. Так. Так, так, так. Давайте поднимем жизненную энергию. Плюс 5. Давайте магической. А теперь телепортируемся в Ордею. И возле статуи Иноса попробуем выучить какое-то заклинание. Я думаю, что какой-то огненный шар, наверное, будет лучше, чем разряд молнии. Хотя, может, и то лучше выучить. Так, здесь у нас есть с кем поговорить. Пастух, освобожденный раб. И повстанец. Так, а что у нас тут кузнец? Покажи. Болты, рубиновый клинок, длинный меч. Стрел нет, ничего нет. Можно продать ненужные вещи. Алебарда, боевой топор, дубина, ржавый меч. Так, это у нас урон от клинка. Так, это просто изношенный. Ну, пока достаточно. Так, исцеление, вылечить, излечить слабость, огненный шар. Так, а здесь что? Дай. Слова господства, лечение других, изгнать зло, волна пламени. Здоровый. Огненный шар есть. Так, а теперь как-то каким-то образом необходимо сделать нам эту. Руну, или как она там называется правильно. Может, на алхимическом столе это все можно сделать. Так, где здесь алхимик? Какой-то ветеран.
Так, а где же алхимик здесь сидел? Так, это кто у нас тут? Волк. Так. Так, нас поймали на воровстве. Летим, в общем, в Кабдун. И там пробуем сделать рунический камень огненного шара. И как он вообще работает? Я ж никогда не играл за мага, и поэтому не знаю. Может быть, это вот здесь у нас в навыках. Где у нас навыки? Вот здесь. Магия. Так, огненный шар. Магия. Так, вот она у нас. Руна. Получается. Поставим ее на двоечку. Вот так оно работает. Ну и сейчас попробуем испытать это заклинание. На какой-нибудь грязной твари. Пока все грязные твари где-то попрятались, никого нет. Так, а вот у нас олень. И на нем мы сейчас испытаем огненный шар. Так, надо, чтобы олень остановился. Ну вот даже оленя получается ни с одного выстрела убить получается. Это очень прискорбно. Я рассчитывал на большее. Так. Так.
И маны, конечно, на один огненный шар я 3 раза стрельнул, и 120, получается, маны у меня ушло. Так, здесь какой-то парень сидит. Так, ну понятно, Ортега находится в пещере. Здесь недалеко, там очень много бандитов. Можно, конечно, наведаться туда и попробовать с ними справиться. Но пока давайте прогуляемся. Прогуляемся по окрестностям. Так, здесь, по-моему, будет небольшой лагерь повстанцев. Вот он. Не где-то поблизости, а вот рядом. Так, и что у нас тут есть? Одежда охотника. Огненная стрела. Возьмем. Так, и все, пожалуй. А теперь пойдем разберемся с гоблинами. Они находятся вот в этой пещере.
несколько тварей. Твари просто покоя не дают. Вы пока сражаетесь, а я посмотрю, что у вас в сундучке лежит. Ничего интересного. Так, ну ладно, я пойду разбираться с остальными гоблинами. Так, а здесь больше нет гоблинов. Все находятся где-то дальше. Сзади, сволочь. Так, ну пойдем дальше. Отлично. Так, и что у нас здесь имеется? Сундучок. Так, здесь у нас призыв животных, исцеление другого. Отлично. Мертвый маг огня. Железный посох, урон 90. Вторая война с орками и первая война с орками. Отлично. Так, и здесь больше ничего нет. Так, сундучок.
Так, ну и здесь тоже все слишком тяжело. Гоблины трусливые убиты. Слишком тяжело. Здесь только железные сундуки, которые мы вскрыть, к сожалению, не можем. Так, и мы там подобрали две какие-то книги у мага огня. Так, что там? Пища рудокопа, пища рудокопа. И еще одна пища рудокопа. Так, здесь, по-моему, еще один сундук не исследован. Вот этот. И на выходе, судя по всему, повстанцы с гоблином не разобрались. Оставили это сделать нам. Так, ну пускай сражаются, а мы пока посмотрим, что у нас за... Так, посох. Так, и у нас здесь книги. Вторая война. И первая война. Так, отлично, теперь сдаем задание. Сдаем задание о том, что трусливые орки убиты, эти гоблины убиты. Полные гоблины уничтожены. Эти ублюдки даже не сняли с тебя шкуру. Дьявол, ты справился. Это будет стоить мне 100 золотых монет. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Так, ладно. Покажи мне свой товар. Так, рапира продаем. Баланс, сделка. Отлично. Ну что ж, можно пойти дальше. Дикий вепрь. Сохранимся, так как это серьезный противник. Так, еще успели оленя подстрелить. Высоко. Есть. Промазал.
Отлично. Так, идем дальше. Двигаемся вперед. По-моему, где-то здесь еще кабаны будут. Нет, это не здесь. Так, сундучок какой-то. Смотрим, что здесь. Так, слева будет пещера, там мракорис сидит. Так, ну что ж такое? Судя по всему, навык владения двуручным, в частности посохом, надо повышать, так как как-то медленно он двигается. Персонаж наш. Так, гоблинов нет больше. Так, двигаемся дальше. В пещеру заходить нам не стоит. Мракорисов мы вряд ли одолеем. Так, а вон кабан. Готов. Свинина нам не помешает. Главное научиться ее готовить. Так, а здесь у нас будет наемник. Наемник орков. Минуточку. Я тебя тут еще ни разу не видел. Только не говори, что ты убрал от орков. Я здесь проездом. У тебя такой вид, как будто ты что-то натворил. Ты явишься в течение 3 дней, Марик. Предводителю наемников орков Монтерии. Или тебе не сдобровать, ясно? Как мне дойти до Монтеры? Если пойдешь по дороге на север, перевернешься быстрее. Но на тебя наверняка нападут бандиты. Тебе лучше пойти по дороге на запад. Она, конечно, длиннее, зато безопаснее. Понятно? Покажи мне свой товар. Так, что у нас тут? Карта мира. Рыба. Ничего интересного. Так, ну что, двигаемся.
Дальше здесь у нас будут бандиты. Которых можно попробовать перебить. Что у нас, конечно же, вряд ли получится. Вернее, как получится, но это все очень долго. Ух ты, сколько у вас, ребята. Так, пока вы тут деретесь, я посмотрю, что у вас тут делается. Никакого даже сундука нет. Ну, молодцы. С грабителем разобрались. Так, здесь я видел, какой-то сундук был. Сломано. Лук, топор дровосека, сон и исцеление. Так, уходим. Так, ну разбирайтесь вы с этим, а я пойду посмотрю, что у нас тут грабитель нам подарит. Так, и здесь, по-моему, еще один. Где-то здесь. Так, вот он.
ситуации. Монтера. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.